Всем привет! Вот тайный смысл гибели Зиничева. Вот многие говорят, вот он погиб, погиб, просто погиб и все. А он погиб на плато Путорана, где в 2000-х годах был установлен памятный крест на месте, которое является географическим центром России. Да-да! Фактически пупком России. И в связи с этим, могла ли быть эта трагедия мистической? Да, могла. Особенно в свете того, что где-то года 3-4 тому назад этот памятный крест передвинули. Я не знаю, на такое расстояние, но сдвинули его, как бы подчеркивая, что это неважное такое вот памятное место, и крест в этом месте не нужен. Вот как вы считаете, могла эта гибель быть последствием вот такого вот вроде богохульства? Напишите в комментариях.